Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. И я постараюсь вам ответить на ваши вопросы. Во-первых, хочу сразу сказать, что то, что вы вспоминаете о девочке и не можете поверить, что такое произошло, связано с тем, что вы при всем своем интеллекте, при всем своем образовании, вы не понимаете каких-то вещей, важных для других людей. То есть, очень может быть, что вы свою девочку любили, что вы ее уважали, вы ее ценили, да, действительно, вот, действительно вы относились к ней искренне, действительно вы хотели проводить с ней все время, вот, но делали вы это все так, как будто для себя, как будто для себя. Это первый момент. И второй момент, это то, что она у вас первая девушка. То есть она первое отношение, отношений до нее у вас, если я правильно понял, не было ни с кем, да, то есть вы встречались только с, вот, с ней вы только начали встречаться, вот. И, собственно говоря, первая любовь, если это была она всегда очень яркая и достаточно долго забывается. Итак, значит, вы говорите, не понимаю, точнее, не понимаю, но не верится, как такое может быть. Ну, вот, здесь опять же момент, да, почему вы не можете поверить. Потому что, если вы поверите в это, ну, вот, просто поверите в то, что такое возможно, то это будет означать, что ваше видение мира, ваша система ценностей, она, ну, или не идеальна, а у вас она явно такая довольно четкая, да, такая там довольно структурированная. Значит, либо система ценностей ваша неправильная, либо она нуждается в корректировках каких-то. Вот. Ну и, соответственно, корректировки, скорее всего, довольно серьезные там нужны вам в этом случае, потому что, как бы, ну, активно, довольно активно вы не хотите принимать вот то, что происходит, да, довольно активно вы не хотите, значит, верить в то, что случилось. И, соответственно, у этого есть причины, у того, что вы не хотите это делать. У этого есть причины. И причины эти кроются в том, что вам, ваши ценности, которыми вы руководствуетесь, они вам важны, конечно. Они вам важны очень сильно, эти ценности, и понятное дело, что вы пытаетесь их защитить, свои ценности. И именно потому, что вы пытаетесь свои ценности защитить, именно по этой причине. А вот именно по этой причине как раз таки вы и не можете поверить. То есть, если вы поверите, то вы вынуждены будете менять свою картину мира. А вам этого делать, естественно, не хочется. Вот. Ну, это нормально. Нормально, что не хочется.
Вот. Далее. Значит, думаю насчет выбора тогда. Ну, здесь нужно сказать сразу, что выбор, вот, выбор, каким бы он ни был, он именно тогда и, скорее всего, сейчас тоже выбором был и остается одним. Потому что каждый из вас сделал свой выбор. Вы сделали выбор свой, который основан на ваших каких-то ценностях и желаниях и, в общем, потребностях. А девочка, она сделала свой выбор, который основан на ее опять же, ценностях и на ее потребностях. Вот. Ну и не надо забывать о том, что вы, судя по всему, с ней люди, скажем так, разных социальных слоев, как я понял из вашего текста. И поэтому нет ничего удивительного в том, что девушке с вами было, ну, как-то вот неуютно. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Мне так показалось. Что девушке с вами было неуютно. Да, далее, значит, начали встречаться, когда она была старшеклассницей, я студентом. Начало, как и всегда, и как у всех, романтика, влюбленность, эмоции, поддерживала меня во всем любила. Так, ну, интересно, что вы говорите про поддержку. Вам вообще очень нужна, очень сильно нужна поддержка. Вот. И мне бы хотелось, чтобы именно здесь вы немножечко так старались ответить себе на вопрос такого плана. А вот какой человек, по вашему мнению, какой человек может может поддержать? А вот какой человек может поддержать, по вашему мнению, другого человека? Вот какой человек, который что делает? Наверное, поддержать может только тот человек, который либо сопереживает другому, да, либо эмпатирует ему, то есть испытывает эмпатию, либо который разделяет позицию этого самого человека, то есть который занимается тем. То есть поддержать может кто, грубо говоря? Поддержать может единомышленник, да, человек, который понимает, что вы делаете. Вот. Если вам нужна поддержка, то возникает опять же логичный вопрос, на мой взгляд. Если вам нужна поддержка, то поддержка зачем вам нужна? Поддержка для чего вам нужна? Знаете, то есть, может быть, вот если вам нужна поддержка, допустим, то что, вы не уверены в себе или что, или как-то вот еще ситуация складывается, да, что вы там устаете, что вы там как-то вот, может быть, выдыхаетесь, да, что вам нужна помощь в том, что вы делаете, что вам нужна какая-то обратная связь, да, в том, что вы делаете. То есть здесь вот ситуация именно такая, что нужно постараться понять, для чего вам нужна поддержка самому.
Там это может быть, конечно, не точно, но может быть, вы требовали от девочки слишком много поддержки. И в том, что ей было совершенно неинтересно. Я всегда любил и всегда хотел путешествовать. И одна из моих жизненных целей была тогда и сейчас добиться успеха, построить карьеру. Ради этого я был готов на очень много. Ну, опять же, если вы не ставите в главу угла эту цель, то есть если вы всю свою деятельность не подчиняете, а просто говорите, что я хочу путешествовать, что мне нужна карьера и так далее, то это, в общем, очень качество, хорошая черта. Вот. Но мы также, вам также нужно понимать, еще и другую важную вещь, что эта позиция, это не просто позиция, какая-то, это определенная черта, это определенная философия. Это определенные взгляды на жизнь. И человек другой либо различает ваши взгляды, то есть либо разделяет ваши взгляды, либо нет. Потому что, например, та же карьера для женщины значит одно, а для мужчины значит совсем другое. И если, например, женщина-карьеристка, то это не всегда это есть показатель какого-то хорошего состояния, благополучного психического портрета человека. А если мужчина, карьерист, то это опять же карьеризм следует различать на естественный и на компенсационный. То есть карьеризм как компенсация определенным внутренним противоречиям, определенным установкам, которые у человека, например, могли проявиться, скажем, еще в детстве, допустим, при взаимоотношениях с родителями его. Далее. Значит, если вы хотите добиться успеха, то опять же, успех это хорошо. Но что такое успех? Успех по отношению к кому? Успех по отношению к чему? Кто определяет, что есть успешно, а что нет? Где граница этого успеха, где грань, где конечная черта и так далее. Если успех это главное, то вся ваша жизнь, она подчинена именно успеху, а это подходит далеко не каждому. Далеко не каждому человеку это подходит, потому что стремясь к успеху, вы вполне вероятно можете, например, сами того не осознавая, обесценивать, например, другого человека. Потому что другой человек на фоне вас будет чувствовать себя ненужным. Человек будет чувствовать себя на фоне вас недостаточно хорошим, не дотягивающим до ваших высоких стандартов, если вы стремитесь к успеху. Особенно, если этот человек, ну, и другой семьи, немножко других взглядов, как вот ваша девочка, судя по всему. Далее, значит, закончил два высших образования, подрабатывал, очень много уделял работе и учебе, ну, а девочке не забывал, с ней было тоже много времени. Ну, вот как-то, вот, знаете, много времени в работе и учебе, ей тоже много времени, но здесь
однозначно где-то в какую-то сторону перекос, потому что ну, не могли бы в равных долях уделять внимание и девушке, и работе. То есть, вот, помните, было две девушки, да? Одна девушка работа, другая девушка, это девушка настоящая. Где-то через полтора года отношений заметила, что ей как-то все равно на мои успехи. Ну, потому что она начала чувствовать, что вы больше внимания уделяете не ей, а тому, что вы делаете. То есть вначале ей это нравилось, вначале ее устраивало, что вы такой успешный, что вы такой хороший, что вы такой вот образованный, вообще идеальный мужчина, а после это ваша идеальность стала ее напрягать. То есть вы слишком много, по ее мнению, уделяли внимание этой самой идеальности, скорее всего. Ну, просто потому что женщина хочет, чтобы вы уделяли внимание ей и желательно все. А вы уделяли внимание себе. Еще через время начала подкалывать. То есть здесь уже как бы желание принизить вас. И желание принизить вас связано именно с тем, что человек стал себя хуже с вами чувствовать. То есть на фоне вас она стала чувствовать себя, ну, более негативно. Через время она начала негативно реагировать на это. То есть она ощущала себя еще более ничтожной рядом с вами. Это било ее по самооценке. Она не чувствовала достойно вас. Она чувствовала, что вы во всем лучше ее, она вообще вам не пара, не ровнее и так далее. Вот. Например, говорю ей, я поеду там туда, она отвечает, ну едь, не хочешь быть со мной, это тебе ничего не даст. Вот, то есть здесь и ревность, здесь и вот, понимание того, что она не дотягивает до этого уровня, то есть вы как бы постоянно ей намекаете, что вы лучше, что вы выше ее. Вот, и вот то, что вы говорите, это звучит как выпячивание своих успехов. Можно было просто как сказать, слушай, давай там поедем, там одно мероприятие будет, я хотел бы там побыть, и давай вместе побудем. Вот, можно было сказать, а вы говорите, на Всероссийскую Олимпиаду лучших студентов технических вузов. То есть, это хвастливый звучит. И для девочки это, скорее всего, означало, что вы ее принижаете. Или я дал сессию на отлично, теперь у меня будет красный диплом, она сразу отвечает, он сейчас ничего не решает, только в свое время -то я потратил, это все фигня, все мои родственники не учились, но все равно работу нашли. Здесь это откровенная попытка принизить то, что вы делаете до своего уровня, потому что у нее этого уровня нет, она никогда в это не верила, и она воспитана в условиях выработки защитного механизма по обесцениванию этих достижений вследствие отсутствия необходимых способностей для этого. Так, или зову ее на море, или в дальний город экскурсии, она сразу отказывает, аргументируя тем, что там делать, я боюсь, я не хочу. Ну, иными словами, она говорила, что я не подхожу, я неуместна там. У девочки явно были и есть проблемы с самооценкой. Я себе изменить не мог, но мог тем, кто мне нравится. Но это правильно. Тем более, это не негативное занятие, а только положительное. Ну, вот это вот смотря как. И когда из того, что я говорил, вам нужно было расставить приоритет, вы приоритет расставили. Исходя из того, что я говорил, вы выбрали себе такую девушку, которая на вашем уровне не дотягивала. Либо она должна была тянуться до вашего уровня, либо полностью отдаться вам. Она решила не делать ни того, ни другого. Это ее выбор. Ну и надо сказать, что вы этот выбор сами провоцировали. Все эти увлечения я готов был разделить с ней. Ну, вопрос, может быть, вы и были готовы. В другой момент, для чего, это во-первых, не менее важный момент, разделяли ли вы ее увлечения какие-то. Вот, дальше, значит, на носу была дипломная работа, окончание вуза, поиск работы. Бросил туда все силы, очень ответственный момент, согласен, поговорил с ней, что это очень серьезный момент,
Мне ее поддержка как никогда нужна. Через месяц она уходит другому абсолютному антипосту. Ну, понимаете, это прозвучало так для нее, что вы просите ее помочь вам идти к своему успеху и сделать ее еще менее ценной и менее значимой на вашем фоне. Этим обусловлен ее выбор следующего мужчины, на фоне которого она по-любому чувствовала себя более значимо, который явно не давал ей понять, что она хуже, не давал ей понять, что она пустое место, по крайней мере, как человек. То есть да, может быть, он ее там, может быть, там он ее и принижает как женщину. Но, по крайней мере, как человек, она себя не чувствует хуже, не чувствует более ничтожной, да? Насколько я знаю, его вскоре отчислили, забрали в армию, и работает он охранником. Ну, а я устроился в заграничную фирму, был в командировке за границей 2 раза, получаю больше, чем все ее не учившиеся родственники вместе взятые. Ну, звучит как похвала и попытка возвысить себя и повысить свою ценность. Зачем? Вы думаете, это играет решающую роль в отношениях? Вы думаете, что вот эта успешность играет решающую роль в отношениях? Нет. Как видите, не успешность, а то, как человек себя ощущает с вами, с другим. Если вы успешны, но человек чувствует себя с вами ничтожеством, он с вами не будет, если у него есть воля. Значит, таких отношений, как с ним вначале, не было после того. Но это первая любовь, и, как правило, именно чувств, как у первой любви, уже не будет. То есть отношения более взрослые будут, более спокойные, может быть, менее яркие, но зато более глубокие. То есть нельзя 2 раза войти в одну и ту же реку. Вот мне интересно, неужели жить ей интересно, как она? Но это ее выбор. Ее воспитали так, что у нее есть определенная планка, выше которой не прыгнешь. И она изначально так себя видела. Она увлеклась с вами, потому что вы ей показали чуть ли не принцем на белом коне. Да, ее так воспитывают. Когда она с вами какое-то время провела, она увидела, что это ваш образ жизни, что за этим стоит что-то большее, и она поняла, что на фоне вас она всегда будет выглядеть тенью. А для девочки выглядеть тенью – это очень болезненно. И она решила это изменить. И мы бы все равно расстались, я ничего не мог изменить. Нет, ну вы могли бы изменить что-то, если бы, например, более деликатно подбирали слова при приглашении и куда-либо ее. Возможно, если бы так не обращали внимания на свой успех, и если бы более деликатно пытались ее завлечь чем же увлекаетесь вы, основываясь на ее интересах. То есть ее какие-то изначальные интересы, если бы вы продвигали их в своей форме и с вашими возможностями, возможно, был бы другой эффект. А вы приглашали ее туда, куда хотите вы, куда интересно вам, но при этом куда ей интересно, что ей интересно, какие ее увлечения. Этого ничего в вашем письме нет. И даже если вы скажете, что такое было, но все равно, вы об этом написали, значит, это то, что вас волнует. Значит, это то, что было на поверхности. Если это то, что было на поверхности, значит, это и есть то основное, чем вы руководствовались. А это значит, что девочка чувствовала себя без внимания. То есть она чувствовала себя просто винтиком в вашем механизме успеха.
Ей это не понравилось. Вот так. Соответственно, вам нужно искать себе женщину, либо которая будет слепо идти за вами, либо которая разделит с вами ваши взгляды. Вот только не факт, что вы не будете с ней ругаться, конкурировать и соперничать, но это уже детали. Ага, что касается первой любви, то здесь я вам также сказал, что эти эмоции во много сродни детским, эти эмоции, они как бы испытываются один раз, потому что они первые. А последующие отношения, они более глубокие, более такие осознанные, более спокойные и более стабильные. Это вот нужно понимать. И такой резкой волны чувств у вас, скорее всего, уже больше не будет, потому что, ну, вы и не подросток уже, да, чтобы, ну, чтобы бросаться-то в омут страсти. Вот. Страсть — это не любовь. Страсть — это не любовь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.